32 градуса температура воздуха. На корте же все плюс 50. В финал играют девушки. Категория 18 лет и моложе. Ракетки скрестили Плисовских, Нестерович. Игра за первое место традиционного турнира на кубок компании «Оша». И не только. Фаворит этой встречи также получит право носить звание чемпиона первенства Омской области по теннису. В 2012 году соревнования включили в календарь российского теннисного тура. И теперь спортсмены не просто играют в свое удовольствие, еще и повышают статус в национальной табели о рангах. Благодаря этим турнирам я уже стою первая в Омске. И ну, это очень важные очки, которые потом помогают на международных турнирах, на первенство России попадать и играть там на высшем уровне. Олеся на все 100 выполнила план на этот турнир. Победа в кармане. В ее случае в кармане теннисной юбки. И это первый чемпион. Фамилий победителей и призеров много. Организаторы предусмотрели популярность тенниса в нашем регионе и России и включили в соревнования разные категории, в которых можно выбиться в лидеры. На мой взгляд, нужно просто играть свою игру. А вот твоя игра своя, она какая? Ну, пробивать мячи, там забивать, двигаться. Расскажи, пожалуйста, вот вообще участвуешь в соревнованиях, чтобы побеждать или просто опыт нужен тебе? Опыт. Ну и, конечно, побеждать. Индивидуально и интересно каждая игра, что провели спортсмены за неделю соревнований. Турниры среди мальчиков и девочек, юношей и девушек проводятся по олимпийской системе. Среди пар и ветеранов по олимпийской и смешанной с розыгрышем всех мест. Имена победителей парного разряда 75 лет и старше будут нанесены на переходящий кубок теннисного турнира. И вот они, спортсмены, которые претендуют на это право. На самом деле, действительно, пара очень трудная, особенно в теннисе. Играют два разноплановых соперника, и каждому подобрать надо свой ключик. Вот как раз так получилось. Вакс играет великолепно в быстрый техничный теннис, а более возрастной человек играет более медленный теннис. И очень трудно включиться туда. И вот здесь мы разрывались, где и как играть. Вот здесь вот как раз нюанс-то внутренний был. Ну, вам проще, вы семья, одна семья, наверное, язык общий быстрее находите. Да, ну, сегодня вот не получилось немножко найти, мы проиграли, к сожалению. Но мы же строим себя, и каждая игра – это построение нас потом, где-то в жизни. Это все равно игра, это все равно теннис. И мы никогда не считаем, что теннис – это что-то такое, кому-то здесь надо себе прежде всего доказать, что ты можешь, что ты умеешь и что-то можешь сделать. Играть в паре – это настоящее искусство. Вот где нужно мастерски подходить к делу. Не просто хорошо играть самому, сделать так, чтобы тандем молодости и мудрости сработал на результат. И он может быть разным. Кому-то нужна слава и награды, есть и такие, кто преследует более глобальные цели. Я просто люблю играть в пару. Мне она больше нравится, как бы веселее. И я как бы играл сейчас в пару, как бы, чтобы люди тянулись в теннис. Еще один 18-й по счету трофей разыграли спортсмены. И этот турнир, как и предыдущие, можно считать состоявшимся. Теннисисты зачехлили ракетки, попрощавшись на год. В следующем июле участники теннисного турнира вновь сойдутся в борьбе за кубок компании «Оша».